Всем привет. Кто-нибудь помнит еще такую радужную камеру? Как-то на просторах интернета увидел это видео, и ностальгия хлынула в голову. Это было где-то в 2017-18 году, если мне не изменяет память. SQ-11 она называлась. Замечательная такая камера была. Многие с нее именно начинали снимать. Многие использовали ее в автомобиле, как камеру заднего вида. Ее часто покупали для того, чтобы установить в комнате, для наблюдения за там нянечками и всем остальным, за детьми. Также ее использовали часто в магазинах, в автосалонах, в обычном видеонаблюдении. Преимущество этой камеры было в том, что у нее было 6 инфракрасных датчиков, которые снимали ночью очень хорошо. Картинка была, по-моему, 720p или 1080, не суть важно, но эта камера еще имела один нюанс. Она очень дешево стоила, она была китайская, и она была в минимальной комплектации, там с прищепкой шла, с липучкой, по-моему, и зарядкой. Вот. Но также к ней прилагалась флешка на 32 гигабайта. Я не помню, сколько это чудо стоило в те дремучие годы, но сейчас ее тоже можно купить, представьте, и всего лишь навсего за 700 рублей. Вот. Кому будет интересно, ссылка в описании. Вспомнить детство, там, ностальгию. Кто-то при помощи этой камеры научился снимать плавные видео, кто-то научился держать нормально ровно руку, не дребезжа камерой, снимая там какие-то влоги на улице, либо же паркур какой-нибудь. Зачастую паркурщики брали там те, которые катаются на самокатах, на скейтах. Вот. Так что легендарная камера. Много с ней было связано интересного. Запускалась она, конечно, очень быстро. Очень быстро она выходила из строя, но тем не менее. Следующая уже 12-я версия, по-моему, шла с аквабоксом, но она была больше. И у нее было меньше света этих самых инфракрасных датчиков. Поэтому SQ-11 это целая эпоха.